прием не новый. Демократическая партия этот прием уже использовала. Нет, неправильно. Мы сделали такой прием, но в другом чуть-чуть формате. Вот господин Филипп приходил, когда был один раз в Sumaria de Responder, он приходил в парламент, он представлял то, что он делает как о Sumaria de Responder. И для этого был кворум, для этого приходило большинство. И уже после того, как Мутюни де Чензуры ставили, вот тогда мы шли через так называемый липсы де кворум. То есть логика и последовательность другая. В этом случае, представьте себе, они пришли, большинство, представители большинства, в 10 часов утра на заседание постоянного бюро. Приняли решение созвать парламент. Нас, кстати, там нету. Вот представьте себе, мы получаем приглашение от большинства. Придите, пожалуйста, в парламент. А сами не приходят. Но вы тоже созвали заседание. Был господин Стурза, и были представители оппозиции. Но они знали, что мы... Они заранее знали. Господин Стурза знал заранее, что мы не придем. Это уже было решено тогда. Я спрашивал господина Стурзу, зачем вы идете в парламент? Вы же знаете, что нет большинства. Вы же знаете, что вас не поддерживает демократическая партия. Вы же знаете, что вас не поддерживает ППЕ. Почему? Ну, у него были другие резоны, почему это он делает. И он сам мне месодиски... Как сказать? Открылся. Он открылся, говорит, ну, а когда я еще буду ходить туда-сюда 2-3 недели с масс-медией за собой, и это все еще и бесплатно? Ну, вы говорите о экономическом кризисе, там были, по-моему, новогодние праздники и так далее. А кто-то просто думал о пиаре.